Всем доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 19 марта, вторник. Я начинаю новый влог. Уже проснулась, пью кофе. Твари тоже проснулись. Сейчас их буду кормить. Сегодня в планах погулять, съездить в магазин. Дома я была уже в 0:10, ну где-то заснула часов в 5 утра. Мы сейчас на Черной речке пойдем в магазин выбирать мне подарок. Это будет умная розетка. А сейчас вот друг зашел в 220 вольт что-то посмотреть, а я решила поснимать немножко. Дождик идет на улице. Черная речка. А когда это был загород? Почему вы все это делали? Вот это в парк не пустишь. Идем там, где место двери Пушкина. Ты знаешь, если бы его раньше шлепнули, было бы лучше. А чтобы меньше писал, чтобы в школе меньше проходить было. Да ладно. Не надо. Сегодня уже 20 марта, среда. Мы приехали снова на Черную речку, так как вчера любимый решил мне подарить на день рождения умную розетку, и в общем что-то он не ту выбрал, и сегодня едем менять, а в другом месте купим более лучшего качества. Ну, погода, кстати, нормальная, когда вышли, был небольшой такой снег, но в целом комфортно. Я не взяла с собой перчатки и спокойно хожу, можно что-то поснимать. Но снимаю мало, потому как и дома не всегда возможность есть поснимать. Ну и гуляем мы тоже сейчас мало. Нам с тобой надо дом.
Идем забирать розетку. И вон еще купили белье, потом покажу. Это уже улица Типанова. Собственно, могу показать сейчас по 800 чем-то рублей. Вот такая расцветка. И еще вот такая. И нам дали в подарок подушку, ее дома покажу. Вот такая. Такой производитель на звездный. Нам просто дали бумажку в почтовый ящик. Следующая остановка. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми и женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Дома. В общем, вот такой мне подарок сделал любимый. Это умная розетка Wi-Fi. Купили это в Ситилинке, потому что ту пришлось в магазин Фотосклад вернуть. Кстати, я ее не рекомендую вообще, этот магазин Фотосклад, потому что там была даже инструкция на китайском, и когда мы их вообще спросили, где на русском, раз вы в России продаете, они заявили, а мы ничего не должны, ищите в интернете. Ну, как бы вы понимаете, что это нарушение. Вот. Не говоря о том, что там переходника не было, и на сайте это никак не отражено и не показано. В общем, это и коробочка солидная, действительно видно, что как бы хорошая вещь, по крайней мере, ну, вот с виду все заслюдировано. Так что вот такой будет мне подарок. Я давно хотела умную розетку, хотела камеру со спикерфоном, ну, в общем, все никак. И вот мне любимый на день рождения подарил. Значит, мы покупали белье постельное, я показывала, пока ждали заказ в Ситилинк. Белье по 800 чем-то рублей, очень хорошая продавщица, это вот на метро Звездная. Ну, просто пришли по рекламе, которые опустили, видимо, или в почтовый ящик, или еще как-то. Вот. Да, видите, здесь, кстати, тоже на русском что-то хоть указано, что приятно. Ну вот, и нам за два комплекта белья еще в подарок дали подушку. Ну, такую, наверное, 50 на 50, но она весьма приличного качества. Ну, сейчас, когда маме он покажет, ну, просто она болеет и боится оставаться дома одна, и как-то она всегда отпускает нас погулять-то не очень радостно. Мы сказали, что на час. В итоге пришли, она только проснулась, и, видимо, не поняла, что у нас не было два с чем-то, 2,5 часа. А метро «Электросила» тоже не срабатывала карта на турникете. Мужчина стоял целую минуту, ждал, потом уже стало срабатывать. Но пришлось, конечно же, сфотографировать дежурную, потому что она говорила, я ничем помочь не могу, идите покупайте жетоны. Вот. Но это она нарушает на самом деле, не имеет права, даже она типа это банк. Ну, как бы это не наша на самом деле проблема. Так что вот. Ну, а так ничего, погуляли. Конечно, хотелось бы побольше где-то походить, но сами понимаете, все-таки, когда болеет человек, лучше не рисковать, тем более, что сейчас вот она уже за год пришла в себя, и не дай бог, честно говоря, чтобы что-то. Пришли в Окей, купили вина, и сейчас еще будем продуктами закупаться. О, до места, надо его, может быть, взять. Пришли из Окея, купили маме Андрея Кагур. Вот, и еще взяли вина, вот такое бастарда.
выбирали, чтобы не очень крепкое. Взяли две бутылки, также взяли виноград, салат, по акции маршмеллоу за 49 рублей, морскую капусту окиевскую, потом кильку, 5 озер, что ли, или 5 рек, что-то такое, ой. Потом по 99 за килограмм мандарины, хлеб, еще вот такой багет, хотели другой, но не было, помидоры, пискаревское молоко, овсяное печенье и гранатовый сок. А, еще взяли картошку. Так, сейчас я покажу чек. Вот. Кому интересно просто цены. А, рис еще взяли. Где-то лежит. Ну вот как-то так. На 1818 рублей. И скидка 284 рубля по карте составила. Вот здесь рис. Вот такой. Кубанский. Сделаю сегодня пюре, салат из крабовых палочек, так как я очень-очень люблю. Вот. Так что такие покупочки. Сомик один маленький сюда забрался, полдня там сидел, не мог выбраться. Ну, в смысле, ему ничего плохого не было. Вот. Но вытащили. Здесь просто тепличка, редкое растение. Вот такая тут красота. Сегодня решили отметить мой день рождения. Сейчас буду готовить. Но ничего особенного, потому что как бы так. Еще нужно отсканировать покупки. Но у меня смартфон, на котором я сканирую, разрядился полностью, поэтому придется подождать. Сейчас не знаю, может быть, загрузим посудомойку или не загрузим, не знаю. Еще сделаем попкорн. Ну вот, какой-то такой будет вечер. Ночка, конечно, сегодня была жутковатая. У меня ужасно болели ноги, просто ужасно. Я вообще, знаете, у меня такой момент был, что мне вот казалось, я сейчас вот спокойно открою окно и вообще того. Вот, я не знаю, как у меня мой друг выдержал, потому что у него как бы и мама истерила, она плохо себя чувствовала. Наверняка, как она пожилой человек, болеет, и тут она как-то говорит: мам, что у тебя болит? Она говорит: голова, потом говорит: и ноги, и спина. Говорит: а что у тебя не болит? Она говорит: уходи отсюда. И я его изводила, потому что мне было плохо. Я казалась, что ненавижу все просто. Ужас какой-то был. Ну, действительно, у меня просто вот в детстве такое было с ногами. И сейчас вот это вернулось. И делали иглоукалывание, что только не делали. Капец какой-то. То есть, когда вот все ноги выкручивает, а потом, наоборот, начинает все болеть. Я, собственно, вот тогда, когда мы первый раз за подарком, за розеткой поехали на Черную речку и были на месте дуэли Пушкина, мне было вот, ну, я что была такая недовольна, именно потому что мне было тяжело идти впервые, собственно, и я задыхалась, вот мне вообще было никак. Ну, сейчас уже пришла в себя. Розетку проверили, она оказалась очень классной. Ну, конечно, предстоит еще проверить ее вот так вот на расстоянии, но, в общем, это здорово. Хочу еще показать некоторое количество пустых баночек, их совсем немножко. Во-первых, от Shine 3 из магазина «Подружка» вот такой манго-гель. Он, в общем-то, приятно пахнет, удобная, конечно же, упаковочка. У меня в такой дорожной косметичке крем лежал. Ну, он, в общем, ничего не делает, ни плохого, ни хорошего. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, пользоваться надо регулярно. Ну, а я именно от случая к случаю. Не знаю, буду повторять покупку или нет. Стоило 79 рублей данное средство. Вот, еще закончилось сейчас из бытовой химии вот сорти лимон. Нормальная жидкость для мытья посуды. Ничего плохого сказать не могу. Сейчас поставила фейри из запасов.
Вот, ну, так хорошее средство. Здесь 500 миллилитров, 500 грамм. Вот, и я положила в использование еще вот такие вот от Bon Home из Fix Price перчатки хозяйственные. Они супер прочные, и действительно они очень хорошие, они классно сидят на руке, они вот не провались ничего, могу рекомендовать. 55 рублей цена. Вот. Но если будут еще какие-то пустышки, я покажу. А сегодня уже 21 марта, четверг. Классная погода, ну, по крайней мере, солнечная. Как на улице, не знаю, мы еще не выходили. Влог этот буду завершать. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!